Слушайте, в очередной раз убедился, вранье наше все. Сегодня две новости у меня. Одна из них касается вакцины «Спутник V», российской вакцины от коронавируса. Я уже поднимал эту тему в одном из предыдущих выпусков. Некоторые мои коллеги тоже об этом говорили, да, задавались вопросом. А как вот эта вот вакцина скажется на репродуктивной функции граждан? Потому что, очевидно, полноценных исследований по этому поводу не проводилось. Вот сегодня прилетел ответ от разработчиков, которые сказали, все хорошо, все замечательно, и даже привели какие-то цифры, что эффективность 91%, безопасность 100% случаев, сказал господин Гинзбург, это один из разработчиков, директор центра Гемору или Гамалеи, как он правильно называется. 100% случаев, ну, ребят, таких процентов Господь Бог не дает, а вот разработчики нашей замечательной вакцины такие проценты дают, ну да Бог с ним. Вопросы-то все равно остаются по одной простой причине, что даже пропагандисты, которые все это дело освещали, говорят нам о том, что вакцина-то разработана в августе, на дворе, дай бог памяти, декабрь месяц. То есть неполные 4 месяца прошло, а как известно, для того, чтобы человек родился, да, период беременности составляет 9 месяцев как минимум, плюс какие-то подготовительные процедуры. Имеется в виду не сразу же, да, ведь для оплодотворения нужно как-то подготовиться и мужчине, и женщине. Затем все это дело надо отслеживать. Потом ребенок, когда родится, нужно опять же последить за его здоровьем, за здоровьем мамы. То есть тут нужно, ну, как минимум, я думаю, 10-11 месяцев, а лучше год-полтора. И вот это было бы правильно и справедливо. Собственно, и вот этот вот разработчик вакцины, это Гинзбург, говорит о том же самом, что данные они должны были получить только в мае месяце. Ну, видимо, какие-то ускоренные курсы решили провести, какое-то ускоренное тестирование. Он заявил, что данные они получат уже в январе, хотя заявление делают почему-то сейчас, повторюсь, на дворе декабрь. Ну, повторюсь, в очередной раз просто прихожу к выводу, что все это вранье, и единственная задача нашей власти как можно быстрее ширнуть вот этой вот дрянью как можно большее количество населения. Хотя, как мы знаем, и Путин об этом сказал во время пресс-конференции, даже он еще не кололся, потому что, в общем, полноценной вакцины, прошедшей все испытания, еще нет, для него тем более ее еще не придумали. Те вакцины, которые поступают в гражданский оборот на сегодня, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. И до таких, как я, вакцины пока не добрались. Еще одна интересная инфа. Я думал, вчера кто-то об этом скажет. Нет, никто не сказал. Хотя пропагандисты что-то там промяукали, но от этого стало еще смешнее. Там же на пресс-конференции Путину задала вопрос нянечка. Значит, Кольской районной больницы из Магаданской области задала она вопрос, до этого она вообще уборщицей работала, задала простой вопрос, касающийся доп. Выплат медицинскому персоналу, который Владимир Владимирович обещал, и который, я об этом рассказывал, опять же, многие мои коллеги, и теперь вот эта вот нянечка, что которым до сих пор не все врачи получили вот эти вот доп. Выплаты, поразила реакция магаданских властей от Магаданского Минздрава, которая была незамедлительной, ребята заявили буквально следующее, что она жалуется. Ну и зарплата 116 тыр. Мне просто интересно, на кого это рассчитано? Вот на каких дураков рассчитаны вот такие вот ответы? Я вот даже пошутил, я редко матерюсь в эфире, но тут другого слова не подберу. Раньше они врали, да, раньше это было просто вранье. Теперь это уже пиздец, простите меня, мой французский. Потому что ну какие 116 тысяч у нянечки из районной больницы? Я думаю, в крупных городах, таких как Москва, не каждый врач такую зарплату получает. А тут нянечка из районной больницы, повторюсь, которая вчера еще уборщицей была, 116 тысяч у нее зарплата. Ну, соврали бы про 50. Это хотя бы более-менее убедительно выглядит с учетом там северных коэффициентов, с учетом надбавок возможных и бла-бла-бла. Нет, они про 116 говорят, а что не миллион? А что не миллиард? Кто-то сейчас может сказать, ну, наверное, речь шла, это годовая зарплата. Нет, я тоже думал, что годовая, потом посмотрел. Они заявляют, что такие деньги она получила в ноябре 2020 года, из чего делаю вывод, ну, вранье полное. Повторюсь, не знаю, на кого это рассчитано, хочу к вам, господа ватники, обратиться, ну, вы сами-то в это верите. Вы реально верите, что какая-то нянечка получает 116 тыр? Ну, и то, о чем сказал, собственно, в четверг в программе. Я на самом деле уже не понимаю, зачем нужны эти прямые линии. Там уже, если раньше обращались люди за помощью, то вот сегодня мы видим, мало того, что никакой помощи, человека еще и оболгали. Ну, в общем, подумайте еще и об этом. Ну и удачных выходных всем.